Что по типу вообще, когда ты хочешь себе купить компьютер и думаешь, куплю я уже собранный. В частности, эта переплата может варьироваться, не знаю, от 2 и иногда даже, наверное, до 10 тысяч. Надо ли? Нет. А те же 2 тысячи ты можешь, я не знаю, девушке сказать, столько купи. На 10 тысяч подарок какой-то подарить. Пускай даже если у тебя нет никого, ты можешь себе его сделать, правильно? Порадовать себя, так сказать. Ну, поэтому для тех, кто ищет, ну, действительно дешевый вариант, лучше всего собирать самому, покупать отдельно все. То есть сейчас есть возможность Авито доставки. То есть ты можешь спокойно взять и заказать с другого конца планеты, я не знаю, видеокарту, которая выйдет дешевле.